На еженедельной планерке в администрации Чебоксар обсудили ход ремонта городских дорог. Сейчас в столице 5 основных объектов, к которым приковано пристальное внимание. Основные силы брошены на строительство Московского моста. Здесь уже разобрали проезжую и пешеходные части, а вывозится мусор. Работы ведутся по графику. Еще один объект – дорога, соединяющая улицы Карла Маркса и Ярославская в районе Дома торговли. В конце сентября участок должен быть сдан. Правда, у представителей администрации возникают сомнения, что подрядчик завершит работы в срок. А вот строительство дороги Дзержинского-Пушкина нареканий не вызывает. Опытный подрядчик справится и с трудным рельефом участка дороги, и со сжатым сроком выполнения работ. До 1 сентября должны были отремонтировать участок дороги Фучи-Кайги. Но строительная компания не завершила ремонт до указанной даты. ОСУР обязался завершить все оставшиеся работы в срок до 31 августа, однако указанные работы не были выполнены в полном объеме. На данный момент оставшиеся работы завершены ориентировочно на 50%.